Ранее Алан Вейк. Нечто, известное мне как темная сущность, удерживает мою жену в плену и заставляет меня писать триллер. Все же я сохранил какую-то долю рассудка и догадался вписать в историю свой побег. Алан? Я спас Элис и исправил конец истории на счастливый. Но ничто не дается даром. Я оказался в западне где-то в темной обители, в странном месте за пределами нашего мира. Это не озеро. Это океан. Когда удается сделать что-то непростое, испытываешь смешанные чувства. Удовлетворение и облегчение. Грусть, тоску. Какое-то время ты жил работой. Она захватывала тебя, меняла тебя. Ради нее ты отгородился от всего мира, и теперь тебе нужно выздороветь, научиться жить без нее, найти способ взломать запертую дверь и впустить внутрь свет. Я знал это место. Оно казалось знакомым. Но что-то было не так. Добро пожаловать в мой... Все было нереально, словно во сне. Не верю. У меня же есть все. У меня было тревожное чувство дежавю. Я понятия не имел, почему я был здесь или где я был до этого момента. Но что-то ждало меня около черного входа закусочной. Номер 6 в музыкальном автомате. Кокос и лайм. Я бы сам... Не ходите туда, молодой человек! Тьма навредит вам! Алан, послушай меня. Не ходи дальше. Что? Сосредоточься. Ты теряешь контроль над собой. Я попытаюсь помочь, как смогу, но все зависит от тебя. Найди место, где лучше связь. В смысле? Я тебя не слышу. Это из-за тебя все это творится. Сосредоточься. Происходит вот что. Кошмары! Глубоко! Чаша гнет! Очень чаша! Внезапно Вейк очутился лицом к лицу с самим собой. Взглянув на себя, сон внезапно прояснился. Темная обитель. Вот где я был. Тебе понадобится оружие. Это не сам свет, но то, что он собой представляет. Тебе это понадобится. Это не оружие. Это инструмент для продуманного процесса освещения. Осторожнее. Я попробую найти место с лучшей связью. Я не понимал сообщения Зейна. И осознание того, где я, не помогало. Что-то пошло не так после финала погружения. Что это была за хрень? Опустела. А вскоре дверь была сорвана с петель, и Вейку нужно было бороться за жизнь. Не забудьте коробку с завтраком. На смену дню пришла ночь. Закусочная опустела. А вскоре дверь была сорвана с петель, и Вейку нужно было бороться за жизнь.
Не забудьте коробку с завтраком. За хрень. На смену дню пришла ночь. Закусочная опустела. А вскоре дверь была сорвана с петель, и Вейку нужно было бороться за жизнь. Не забудьте коробку с завтраком. Yeah.
Зейн! Подожди меня! Мир искажало. Эти деревья были не отсюда. Это были мои книги, но слова шли вразнобой, как во сне. Быстро перезаряжаю. Патроны скользят в потных пальцах. В двух шагах от палатки, но это было просто радио. Постель манила к себе, но мне надо было идти. Она шарахнулась от телефона, но машина упорно не сводилась. Бочка была пуста, в ней ничего не было. Ржавая карусель жалобно постановила, как это... Приемник GPS работал. Этого я не ожидал. Алло? Я пытаюсь забраться о тебе. Ты меня слышишь? И тебе слышишь? Да. Слушай, я могу помочь тебе, но тебя уносят все в лужи. Я не могу пробиться к тебе. Тебе надо идти ко мне. Не могу удержать связь. Пользуйся словами и иди на сигнал. В работе GPS не было смысла. Я был уверен, что рядом не было спутников. Да и облака казались чужеродными, но сигнал к чему-то вел. Быть может, к Зейну? Что-то снова поменялось. Обитель тьмы игралась со мной. Не знаю конца. Сам твердо ползился на Вейка. Машины летели в него, стремясь сломать кости и содрать плоть.
Все, что я видел, было знакомым, но удивительно чуждым. Алло? Я дольше не продержусь. Ты забираешься слишком глубоко. Я попытаюсь провести тебя. Иди на сигнал. Я пытаюсь! Ты должен встретиться с собой. Иди! Система GPS должна была привести меня к Зейну, но метаморфозы мешали этому. Однако нужно было продолжать. Я не выжил бы один. Изменения становились агрессивнее. Улица была даже не искажена, она просто исчезла. Словно сама длань бытия вонзилась в землю и вырвала ее. Становилось все страннее, непостояннее. Thank you.
где? Слушай, я стараюсь следовать за твоим чертовым сигналом. Темная обитель морочит тебя. Ты погружаешься все глубже. Я пытаюсь вести тебя, но это тяжело. Что это значит? Я смогу помочь тебе, если ты просто перестанешь тонуть. Что? Но это же чушь. Это происходит снова. Соберись. Да. Я бежал на сигнал Зейна, а он говорил, что я погружаюсь все глубже. Это было нелепо. Но я был больше напуган, нежели удивлен. Я чувствовал, будто меня удерживает незримая сила, с которой я не мог бороться. Все, что я мог, это идти дальше. Я Барри не вижу. Смотрите, может, это он? К вертолету туда. Я помню это. Это произошло до того, как мы нашли Барри. Thank you.
все, что думаю о замке. Я же говорила, что его надо чинить. Дверь открыта. Бежим. Метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли остановится. Сигнал слабел с каждым мигом. Мне нужно было найти выход отсюда самостоятельно. Метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли я становлюсь меньше. Сигнал слабел с каждым мигом. Мне нужно было найти выход отсюда самостоятельно. Метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли я становлюсь меньше. Сигнал слабел с каждым мигом. Мне нужно было найти выход отсюда самостоятельно. Метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли я становлюсь меньше. Сигнал слабел с каждым мигом. Мне нужно было найти выход отсюда самостоятельно.
метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли я становлюсь меньше. Сигнал слабел с каждым мигом. Мне нужно было найти выход отсюда самостоятельно. Метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли я становлюсь меньше. Сигнал слабел с каждым мигом. Мне нужно было найти выход отсюда самостоятельно. Метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли я становлюсь меньше. Метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли я становлюсь меньше. Сигнал слабел с каждым мигом. Мне нужно было найти выход отсюда самостоятельно. Метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли я становлюсь меньше. Сигнал слабел с каждым мигом. Мне нужно было найти выход отсюда самостоятельно.
Метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли я становлюсь меньше. Сигнал слабел с каждым мигом. Мне нужно было найти его отсюда самостоятельно. Метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли я становлюсь меньше. Сигнал слабел с каждым мигом. Мне нужно было найти выход отсюда самостоятельно. Метаморфозы усиливались. Я не был уверен, то ли окружение увеличивается, то ли я становлюсь меньше. Сигнал слабел с каждым мигом. Мне нужно было найти выход отсюда самостоятельно.
Зейн оставил мне страницу. Он хотел помочь. Ух ты! Барри? Хе-хей, бестселлер! А ты неплох! Ты иллюзия. Ни хрена себе, что ж меня выдало? То, что видишь сквозь меня, я плод твоего воображения, как и большинство того, что ты видишь здесь. Может, ты одно из них. Это безумие. Да, ты прав. Все, что было раньше, имело четкий смысл, но это точно безумие. Хорошая логика. Ладно. Ладно, слушай, мне нужно идти. GPS. GPS, да, я знаю. Иди на сигнал. Понял. Как бы то ни было, я здесь, чтобы помочь тебе выбраться, дружок. Суть в том, ты должен собраться. А ты ноешь, как настоящий Барри. Ты в курсе? Хорошо. Что ж, эй, знаешь, честно, не моя вина, что ты считаешь меня надоедливым. Я так никогда не считал. Ау, детка, расслабься, все круто. Просто попробуй держаться на ногах здесь. Тебе нужно делать то, что Зейн сказал. Он здесь был годами, он похож на эксперта. В любом случае, если это безумие, думаю, и оно из твоего разума, что это говорит о... Да, это была лесопилка Билтмара. И откуда ты это знаешь? Я знаю то, что ты знаешь. Так почему бы не задать вопрос себе? А? Может, ты видел знак там, в реальном мире, или... Может... Ууу, мама! Эй, ау, кажись, перо острее меча... Закончишь эту сентенцию, уволю. Острее меча? Ты уволен. Это хорошая работа для полуночников.
были тени и призраки, и мысли. Они проходили через ум. Знаешь, тебе нужно будет создать тропу здесь. Я думаю, возможно, решение кроется в том, чтобы что-то сделать с этими словами. Правда? Ты думаешь? Да! Ты бы мог ими воспользоваться! Твоя проницательность поражает. Именно! Я знаю! Тропа должна быть здесь. Я дал совет, и ты последовал. Тогда все идет правильно. А когда поступаешь по-своему, отсюда проблемы и начинаются. Это туфта. Ал, я говорю только то, к чему ты сам пришел. Я вымысел, помнишь? Такие вещи ведут человека в безумие. Нет, это здорово. И, возможно, для тебя это еще и терапия. Твои слова, Вейка, устилающие землю. Его книги популярны и отвергнуты, словно грязь под ногами, в обложках и переплетах. Огромнейшийся против него трэш, просто дешевый. Я видел эти передачи со мной и ранее, но они были не такими. Та версия меня, что я увидел, звучала безумно. Как сумасшедший раскрыт. На ночной работе можно заработать Ну ты что? Нужно быть осторожнее. Используешь плохие словечки. Плохие словечки. Передачи со мной и ранее, но они были не такими. Та версия меня, что я увидел, звучала безумно. Как сумасшедший рассказчик, который вошел в раж и уничтожил... Ну ты что? Нужно быть осторожнее! Используешь плохие словечки! Ха-ха, плохие словечки. Пришлась! Вы
Пузыри прорастали сквозь землю, бешено мерцая и плюя искрами. Теня выявил множество фигур, шарфующих. Ладно, все это слишком странно. Прямо как ты. Барри, все это правда исходит из моей головы? Просто это место так устроено, Ал. А все это барахло из твоей головы? Воображение может быть врагом здесь. Но ты тоже... Да-да-да, знаешь что, Ал? Сделай себе одолжение и не гони за этим поездом мысли дальше. Фонари прорастали сквозь землю, лицами мерцая и плюя искрами. В тенях выявил множество фигур. Ладно, все это слишком странно. Прямо как ты. Барри, все это правда исходит из моей головы? Просто это место так устроено, Ал. А все это барахло из твоей головы? Воображение может быть врагом. Большинство из нас профессионалы. Thank you.
сквозь вас. Фонари прорастали сквозь землю, бешено мерцая и плюя искрами. В тенях вы их видел множество фигур жаждущих мыслить убийства. Ладно, все это слишком странно. Прямо как ты. Барри, все это правда исходит из моей головы? Просто это место так устроено, Ал. А все это барахло из твоей головы? Воображение может быть врагом здесь. Тебе нужно открыть эту дверь до того, как пройти на склад. Таков путь дальше. Если все исходит от меня, почему все так сложно? Потому что ты сложный человек, и никто не понимает тебя. Закрой свой рот. Но я говорю... Барри! Смерть!
Тебе нужно открыть эту дверь до того, как пройти на склад. Таков путь дальше. Если все исходит от меня, почему все так сложно? Потому что ты сложный человек, и никто не понимает тебя. Рот. Но я говорю... Барри? Ха! Это гонки на выживание! Ал, это гонки на выживание! Гонки на смерть!
Эй, ты что делаешь? Это моя половина постели. Достал! Неприятно звучит, да? Да. Да, неприятно. Thank you.
Кажется, пыль этого места пробуждает мою аллергию. Да тебя даже нет здесь. У меня точно начинается аллергия. Ачи! Видишь? Аллергия. Когда человек устает, он становится невнимательным. Я знал, что ее здесь нет, но сердце разрывалось от мысли о ней. Я спас Элис, но не был уверен, когда это было. Прошел день, неделя, больше, и я никак не мог этого узнать. Thank you.
Это выглядит безумно опасно! Я знал, что ее здесь нет, но сердце разрывалось от мысли о ней. Я спас Элис, но не был уверен, когда это было. Прошел день, неделя, больше, и я никак не мог этого узнать. Эй, милый, иди сюда. У меня для тебя есть кое-что. Я мог только надеяться, что с Элис все хорошо. Я не знал, что с ней произошло, когда она покинула темную обитель. Зейн? Это ты? Эй, замри так. Хороший был ракурс. Как-то так? Ага, только улыбнись пошире. Нет, так уже чересчур. Нужен загадочный вид. Может, даже грозный. Сам знаешь, как люди любят опасных обаяшек. Но я не опасный. Ладно тебе, пишешь всякую жуть. Все кругом думают, что тебе это по опыту знакомо. В этой книге ты убиваешь Кейси, так что надо походить на убийцу. Вот, сейчас хорошо было, повтори-ка. Прелесть. И опасный. Знаешь, я сомневалась насчет бороды, но вижу, что ошибалась. Она тебе идет. Ладно, это все. Thank you.
ты добрался? Эта часть скромной обители поспокойнее, по крайней мере сейчас. Здесь мы можем поговорить, но времени у нас немного. Зейн, как мне отсюда выбраться? То, с чем ты сталкиваешься, это все ты сам, даже наш разговор. Тьма! Тьма наступает! Его смело! Пропал! Он знал! Он знал! Он не мог сдержать все! Он знал, что пути назад нет! Нет, я здесь! Мир стал неправильным! Это не я! Это лишь... Не знаю! Эх, галлюцинация! Темная сущность! Нет, темная сущность тут ни при чем. Это сделал ты. Ты сам заключил себя в собственный кошмар. Ты сражаешься с собой. Вейк не понимал. Он ничего не сделает. Он никогда не проснется. Он уже проглочен поднявшейся волной тьмы. Оно идет. Оно идет. Заткнись! Я! Нет, Алан, ты должен. Сметенный наплывом безумия, Зейн пропал. Вейк чувствовал давление, что вгрызлось в его разум. Тьма не была плохой. Она была в нем. Он чувствовал ее. Он знал, что голос говорит правду. Было очень тяжело думать. Он не мог объяснить ничего. Он хотел отдаться потоку. Не думать и все отпустить. Thank you.
слышь, пацан. Или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх.